хотели реабилитироваться за вчерашний проигрыш перед нашими болельщиками, поэтому настроились. С самого начала начали играть в свою игру, давить активно. Вот, слава богу, выиграли. Значит, сделали правильные вещи на льду. Часто вопрос, естественно, про календарь, про частость матчей. Что скажете по поводу того, что две игры подряд играли, как физически, ментально, морально? Да, на самом деле нормально, как бы просто нужно успеть перестроиться, да, вчерашний проигрыш, надо было и забыть психологически себя, не загонять ничего, просто настраиваться на сегодняшнюю игру. У нас грамотный тренерский штаб, медицинский персонал, так что все ребята восстановились, так что все хорошо. Часто тренеры говорят, что поражения, наоборот, помогают некоторые вопросики в игре рассмотреть с другого ракурса и ошибки эти исправить. Что именно после вчерашнего поражения «Нефтехимика» удалось изменить, кроме настроя? Активно играть, да, в свою игру, не отступать от своей игры, которая приносит результат. Это самоотдача, везде идти активно вперед, потому что вчера мы начали очень плохо, решили поиграть в хоккей, но нужно было работать. Сегодня мы вышли уже работать и делать результат. Сегодня играли против такого весьма атакующего соперника, однако удалось весьма низко по счету сыграть. Что сами скажете по этому поводу? Как удалось сегодня? Что стало ключевым в победе? Ну да, хорошая игра в обороне. Жалко только, что гол пропустили. Саня Самонова опять сухарик обломали. Вот, а в целом как бы разбирали соперника, понимали, что быстрые нападающие сразу бегут вперед. Сыграли надежно, хорошо в обороне. Где-то лишний раз пожертвовать атакой в пользу обороны. Насколько все-таки соскучились по выходным? Ну, можно было отдохнуть, конечно, да, побыть с семьей. Соскучились, сейчас чуть-чуть отдохнем и снова в бой.